счет три. Когда говорит судья, раз, два, три, нажали, отошли. Сумоки, гелеринг, лабиринт, движение по линии, полоса препятствий и проектная категория. Все это испытания для роботов. В Одинцовском филиале МГИМО прошел 4-й региональный фестиваль робототехники «Робосити-2021». Одинцовский округ представляет только часть участников. Большинство на самом деле приехало к нам с других районов, округов. На самом деле наш фестиваль, он международный. Вот. На некоторые из них нам приезжали из Белоруссии, из Казахстана ребята. В этот раз только из России и из Подмосковья. Вот. А так наш фестиваль открытый для всех. Он считается региональным фестивалем. Сотни ребят из разных регионов страны со своими изобретениями смогли побороться за звание кибергениев. Андрей приехал на фестиваль со своей дипломной работой. Его творением стал человекоподобный робот-друид. Умная машина сможет консультировать людей в разных пространствах, например, в аэропортах или медицинских учреждениях, поясняет участник фестиваля. Андрей, получается, вот это настоящие детали от робота, а не действующие. Да. Это, собственно, одна из версий руки, на которой мы тестировали подвижность пальцев, подвижность кисти. Мы хотели добиться максимально правдоподобной жестикуляции от робота, чтобы он мог, на каком-то примерно одном уровне взаимодействовать с человеком не только вербально, но и благодаря всяким жестам. На одной из площадок фестиваля расположился мини-спутник. Такой конструктор позволяет отрабатывать навыки программирования и алгоритмы ориентации в пространстве, рассказывают представители компании-производителя образовательной платформы. Главная задача – это привлечь интерес к космической области и показать, что он доступен, что он на самом деле намного ближе, чем кажется, и чтобы дети могли прикоснуться к космической области. Организаторы уверены, что навыки, которые ребята получают, изобретая, проектируя и собирая роботов, помогают им всесторонне развиваться и обязательно пригодятся в будущем, какую бы профессию они ни выбрали. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».